привет! Я сегодня вам покажу, как учить команде щеночка сидеть. Вот, у нас есть два замечательных щеночка. Вот этой девочке 4 месяца, а вот этому парню 3. Девочка уже эти команды знает. Вот, мы покажем то, что мы умеем. А мальчик, сегодня у него первое занятие. Будем показывать, как правильно научить команде сидеть. Также я сниму цикл сюжетов, как научить щенков другим командам сидеть, лежать, дай лапу, перевернуться, служить, ползти и прочие трюки, которые можно учить маленьких собачек. Иди сюда, Сара. Сара, на, иди сюда. Костя. Сарочка, иди к нам. Иди к нам скорее, покажи, что ты умеешь. Вот. Вот у нас девочка Сара. Сара, сидеть. Сидеть, сидеть. Сидеть. Нет, Сара, сидеть. Сидеть. Вот. Команду сидеть мы знаем, просто вот сейчас мы только вышли, у нас много эмоций и радости. На. Вот, команду сидеть мы уже знаем. Вот, сейчас покажем, как на щенке, на неопытном щенке, выучить эту команду. Значит, мы берем лакомство. Можно брать лакомство, можно брать еду, которую ест щеночек. То есть дрессировать щенков не трудно. Вот. Достаточно уделять дрессировке от 15 до 30 минут в день, набраться терпения. Щеночки все схватывают на лету, все команды выполняют хорошо. Сидеть, сидеть. Вот. Я, например, заменяю одно кормление дрессировкой. Вот, то есть щеночек и кушает, и сразу дрессируется. Вот. Константин, давай мы с тобой покажем, как команду сидеть учить. То есть мы берем лакомство, заинтересовываем лакомством щенка, поднимаем руку вверх. Сара, иди сюда, иди сюда. Поднимаем руку вверх и чуть-чуть отводим назад. То есть так, чтобы щенок задрал голову, соответственно, самая удобная поза, чтобы скушать лакомство, ему придется сесть, эту позу принять. Костя, сидеть, сидеть, сидеть. Также, если щенок не садится, можно ему немножко рукой помочь. Костя, давай, на скорей. Костя, на скорей, 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 скорей. Сидеть, сидеть. Вот, и чтобы он в этой позе сидел, сидеть и ест лакомство в этой позе. Ну, то есть мы команду повторяем, отрабатываем каждый день. Второй день щенок уже лучше будет эту команду выполнять. И постоянно команду повторяем, чтобы щенок запомнил не только жест, но и слово. Сидеть. Сидеть, Костя. Сидеть. Костя у нас хитрый парень. Он не очень любит садиться. Вот ему больше нравится присаживаться. Но нужно добиться правильного исполнения команды и давать лакомство только после того, как щенок эту команду выполнит. Чтобы у него зафиксировался, выполнил команду, получил вкусняшку. Костя, сидеть, 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 сидеть. Вот, видите, ручку вверх подняли, чуть-чуть назад задрали, щенок сел. На, скорее. Сидеть, сидеть, Костя, сидеть, сидеть. Вот, все, сидим и кушаем. Молодец. Молодец, мой хороший. Что ты, Сара? Сара насыкает. Так, иди сюда. Сидеть. 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 Вот, сидя, скушал. Эту команду отрабатываем каждый день. Когда щеночек эту команду начнет хорошо выполнять, тогда мы будем уже вводить новые команды. Сидеть. Вот видите, он очень быстро схватил, так сказать, на лету. Напомню, это его первое занятие, то есть вот первый раз, совершенно первый раз щенком занимаемся, он уже все понимает. Так что дрессировка трудности не составит совершенно. Для щенка это нагрузка на мозг, это игра с хозяином, это непосредственный контакт с хозяином. Это только на пользу. Сидеть, сидеть. Вот, молодец, Костя, умница. Сарочка, ну-ка давай мы с тобой тоже повторим. Сидеть. Сидеть. Сара уже знает, вот она сидит, сидит. Видите, ждет, когда ей дадут слямлит что-нибудь. Так, Костя, Костя. Костя, сидеть. 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 Костя, сидеть. Сидеть. Вот, молодец, умница. Сарочка, сидеть. Мука, Сара сидит, молодец. Костя, сидеть. Сидеть. Вот, на голодный желудок выполнять упражнения лучше, потому что когда щенки сытые, им не так интересно лакомство,
Им хочется побегать, либо поспать. Сидеть, Костя. Сидеть. 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 Вот, видите? Сидеть. Костя, Костина. Вот-вот. Сидеть. Сидеть. Костя очень парень шебутной. Сидеть. Давай, иди сюда. Сидеть, Костя. Костя, сидеть. А Сара, видите, она уже команду сидеть знает, она сидит и ждет. Ей сказали сидеть, она сидит, ждет, когда ей дадут вкусняшку. Молодец. Молодец. Костя, сидеть. Сидеть. Ну вот, собственно, и все. Команда сидеть самая простая. Следующее видео я запишу, выложу, как учить щенка команде лежать. Вот. Команде лежать. Сара у нас тут команду уже знает. Сара лежать. Вот. То есть дальше мы будем эту команду уже проходить с Константином, с нашим. Сидеть. Молодец. Костя, сидеть. Нет, сидеть. 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 Вот сюда мы команду сидеть прошли, а теперь мы будем каждый день закреплять. Ну, собственно, все, что я хотела вам сегодня рассказать. До новых встреч, до новых занятий.